здравствуйте. На вопрос, чем занять себя в эти выходные, как всегда, ответит наша афиша. Моя задача – рассказать о грядущих мероприятиях, а ваша – решить, куда же вы отправитесь. Если вы любите спорт под открытым небом, то вам повезло, что вы живете в Самаре. Ведь в нашем городе стало доброй традицией проводить бесплатные открытые тренировки в парках и на спортивных площадках. В эту субботу в 10:00 в парке имени Гагарина состоится фитнес-заряд. Силовая тренировка без оборудования развивает выносливость и силу мышц, заряжает энергией, поднимает настроение. Сбор слева от центрального входа на стадион. А в 11:00 к спорту приобщатся жители микрорайона «Крутые ключи». Массовые зарядки, сезон здоровья – это отличный шанс для всех тех, кто хочет провести свой выходной с пользой для души и тела, зарядиться позитивной энергией на весь день и поучаствовать в конкурсах. Главное, не проспите. Кинотеатр под открытым небом «Филин» приглашает в эту субботу на комедию «Всегда говори да». Поклонники творчества Джима Керри этот фильм наверняка без внимания не оставили, но уверенно пересмотреть его всегда за. Депрессивный главный герой всегда и всем говорит «нет». Например, друзьям, если его вдруг зовут куда-нибудь. Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать только «да» на любое предложение. И тут его жизнь становится интересной. Начало киносеанса в 21:20. 19 июля в одном из тайм-кафе города состоится большой вечер Индии. Вас ждет интересный рассказ о жаркой, загадочной стране, прекрасные рисунки от настоящих мастеров мехенди, а самое главное – знакомство с новыми людьми и уютная атмосфера. Начало большого вечера Индии – 18:00. Верю, что наша афиша поможет сделать ваши выходные яркими. Главное, не сидите дома, ведь лето не вечно. До свидания.